Нифига здесь не видно. Да, от палатки принесли. Чуть-чуть недозревшие, но вкусно. Сколько кедровой шишечки новой. А. Весь кедровый сланник в шишке. Будет много шишки в этом году. Вот здесь и будут мишки все ходить. Тут им и рыбка, тут им и шишки. Это вообще зеленые совсем. Понюх, какой запах. Да. А? Красиво. А то все время в низине, в реке, кроме берегов не выйдешь. А здесь встал на бочку чукотскую обыкновенную. Посмотрел вокруг. Это же красота, простор, свобода. Всем привет! Существует такое правило первого заброса. Если вы правильно прочитали реку, примерно вычислили точку, где стоит активная рыба, то в принципе с первого заброса вы ее можете поймать. Бывает, правда, и со второго. Что у нас здесь? У нас здесь мелководный перекат уходит в яму под тем берегом. Яма, правда, здесь не очень глубокая и достаточно сильная стремнина. И там, соответственно, есть некоторые завалы из бревен. Лежат они там давно. Соответственно, уже там не гниют ничего. И вот как раз за такими местами и под берегом прячется хорошая крупная рыба. Давайте попробуем. Значит, это вот самый вход вот в эту, скажем так, яму. Это первая точка, которую прям четко надо облавливать. Делаем первый заброс в это место. И пошли проводку. Первый заброс оказался пустым. Значит, мы чуть-чуть сместимся. Сейчас мы кидали прямо в самое начало ямы. А мы сейчас чуть сместим наш угол заброса. Буквально по берегу, потому это 10 метров. Но немножко уже разные будут условия и разные точки. Вот прям сразу выход. Вобер у меня one footer. Все, нет, не сидит, атаковал. Все, сел. Вот. Она и села. Ну, это харис, судя по всему. Аккуратно, не форсируя. Берем поюзочка. Вот такой красавчик. Не трофей, но уже приятная игрушка. Наверное, грамм 700. Хариуса руками лучше не брать, когда ловите на воблер. Могут быть и хорошие эксцессы в виде крючка в пояс. Но в любом случае мы установили, что вот рыба, она стоит в самом, скажем так, в начале свала ямы. Но не на переходе, куда я делал первый заброс, а уже в относительной глубине. Сейчас попробуем повторить. Нашли ли мы правильно эту рыбу или не нашли? Делаем еще один заброс, точно туда же. Есть. Вот там, значит, стоит стая вот таких вот не сильно крупных, но очень бойких ребят. Первая точка, три заброса, первый проверочный, дальше взяли. Вот это уже уверенный закилошник. Очень хорошая рыба. Очень приятная. А сейчас мы пойдем ниже. В этой яме будем смотреть, что у нас там. На этом пока заканчиваем. Ох, ловите и вот таких красавцев. Вот таких красавцев. Лучше отпускать, пусть же. Вот и мой хариус.
стереотипы о рыбной ловле. Конечно, я такое вижу впервые. Ждал хорошего хариуса. Такая поклёща. Все вроде хариус. Ага, хариус. Зеленый. Зеро фута. Суперский! Yes! Какой же он сильный! Ой, нет одного крючка на тройнике. А, это тот самый как раз зерофутер, который впился в позапрошлом году мне в палец. Хариус мне его уверенно засадил. Пришлось проводить небольшую операцию. Это крокодил. Такая у нас операция. Такой серьезный был хариус. Все снято на GoPro, Василий, причем. Вот так вот, ништяк, да? Смотри, вот этот крючок надо аккуратно снять. Оба. Нормально. В смысле, а воблера? Ну, да. А смысл это крючки-то снимать? Потому что они впороться могут. Да нет, просто. Да как ты их порешь-то? Легко. Были прецеденты. Ну второй раз. Конечно. О, первый пошел. Давай теперь нежненько. Так больно тебе? Больно. Но это не страшно, чтобы больно. Виноват. Как говорится, один встал под спину, второй махнул не вовремя. Вот и результат. Короче. Сейчас, ну, два сняли уже, сейчас снимем. Ну, давай, хорошо. Дайте я хоть посмотрю, что там. Подожди, подожди, тихо, тихо. Я не ощущаю. Вот эту вот штуку посмотрю. Прям глубоко они там, с бородкой, оба. Да, оба. Вот с бородкой. Ну, сейчас оба будем протыкивать. Леш,
Нельзя так делать. Так нельзя делать. Да хватит мест нячку это, блядь. Не хватит. А какие-то рога ты хочешь откусить? Два остальных. И смотри, когда вертикально ушел, ты не выдираешь его назад, ты его пробиваешь второй раз. Понятно, он пробьется. Ну, сейчас посмотрим. Так, вот, вот эту, если мне сложно, продержите, чтобы я не цепанул. Тихо. Я даже сам перенервничал. Саня, плесни мне чутка, а то они сейчас это, опухнут. Хочешь, я даже могу тебя вот поцеловать. Не надо меня целовать. Плесни сока Мишки Гаме. И на первую, на вторую дырку. Я не могу. Рука не поднимается. Эй, столько не надо, наоборот, переводи. Да ладно, ладно, что. Все, нормально. Манту сделали. Кирилл, доверяю тебе поймать щуку вот из-под этого куста. Уверяю, что она здесь стоит. Причем хорошо, что прошли на моторе. Она здесь стоит под берегом. И то, что сейчас ее потревожили, это хорошо, она сейчас будет гулять, будет более активная. И на поверхностные приманки, Кирилл. Будет время, надо будет реально попытаться пройти. Вот прям... так, кстати, частенько поклевки были, когда так попадал под берег. Ну, она и стоит под берег. Ну просто смотрите, вы когда ловили, вы говорите, что у вас глубина была больше сильно. Обязательно. Она при повышенной воде под берег жмется. А при пониженной мост дальше отходить. У меня здесь вот боустики лежат, мои любимые поверхностные приманки. Достану самый трофейный, который вот покусан местными щуками ровно в этом месте. Видишь, как он такой боевой, вот, пробитый немножко. А новые по берегу пока. А вот и щучка. Но какая-то она неуверенная в себе, потому что мелкая. Она стесняется. Да, она просто стесняется. Маленькая стеснительная щучка. Меньше ножка. Это меньше. 200. Иди прабабушку веди. Вот так работает на вывожение Bifrost 762 416. Но правда рыба не сильно крупная. Да, нермочка. Но маленькая. Фиговая. Вогер новый. Трикорол Рушин 63. Тоннущий. Как раз он сделан под довольно сильное течение. И проводка не только прямой, а еще и рывками. То есть его можно вот так подтвичивать. Как раз это наша там лососево-сиговая тема. Форель. Жерех. Самое интересное. Правда, он не лосось и не сик совсем. Но вот весенний жерех, когда ты ловишь, да, не крупные приманки. Голавль по весне. Нам вообще вот поездку на нельму везет. Ну, вместо щуки нельма, но крупная. Относительно. То сейчас мелкая нельмочка. Вместо хариуса. Ладно, ловим дальше. Где мой хорюк? А то все нельма, нельма. Кстати. Подбагрила, что ли? Да. Атаковала сначала с ударом, потом бам, подбагрила. Что-то маленькое. Опять что-то нелемочка. Да. Бифрёст 7.6.2. 4.16 тестом. Черри ван футер. Ну и маленький хариус.
Нельма, что ли, опять? Фу, блин. У нас сегодня прям день Нельмы. Лесополоса. А одно из деревьев, но основное, которые здесь растут, это тополя. И то, что мы сейчас видим на реке, это все тополиный пух. Как бы ниже его уже не будет. А здесь как будто просто все снегом покрыло. Вот, смотри, Кирилл, щука резаная, Нельма. Кирилл, из тебя было крючки проще доставать. Такой небольшой хребеточек. Вот вот. О, какой красавчик. Чему применяю лип-гриб? Потому что рыба сильная. И можно крючки оставить в себе. Поэтому мы не будем истестовать. И вот это все вот. Мы его отпустим в любом случае. А что-то такая нормальная. Кирюх, как ты такая мельничка? Мельничка вообще, зачем? Экспириенс. Трешечка-то есть. Побольше можно даже. Побольше. Побольше, побольше. Красавица рыбы, конечно. Камуть пройдет. Бифрёс 4.16. Вываживание кого? Нельма. Опять Нельма. Не, Харюш. И лопнет. Ну, собственно, как говорят, те, кто здесь бывает часто, я-то здесь первый раз, это маленький харюс, по мне это вполне. Такой килошечка практически. Даже, наверное, килошечка есть. Ну-ка. Ой, красавец. Вот.
Вот он, красавец. Вот он. Ты кто-то у меня покрупнее попался. Щель процесс. Там крупники стоят такие нормально. Все, рыба уже вот здесь, хочется сосисок. А, лучок. Кирюх, у меня зачетные тут сосисяндеры есть. Сейчас я их в лунку. Не помещаются. Ну ничего страшного, я думаю. Можно будет потом перевернуть. С горочкой. Плохо. Нормально. Лёх. Все будет по фен-шую, то есть это специально холодный кончик. Это диета. Лук, сосиски, хлеб и камни. И никакой рыбы, потому что она уже в печени. Сосиски наши все. Добрый вечер, господа, добрый вечер. Бифрёз мне, конечно, очень нравится. Вообще под вот такую рыбалку просто супер. Мелится. Хрюзовый мелится. Как я люблю эту мелицу. Ставить рыбу тупая неинтересно, но за одну мелицу можно все простить. Посмотри на матрас на себя, видишь, сколько? Это хрюзовая мельница. Дайте мне подсачку, у нас я уже килограмм резко намотал. Километр. Не, маленький, на самом деле. Ну, дрался как достойно.